Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека. Сегодня мы продолжаем играть Slime Rancher. Как вы видите, я накормил своих котят невидимок медёвых, да. Вот, в этой серии мы что сделаем? Мы накопим побольше деньжищек, да, побольше накопим. И пойдем, у нас есть один ключик, мы не открыли одну дверку, которую я... Мне посоветовали открыть, сказали, за ней будет офигенное что-то какое-то, какая-то вещь офигенная. Я, честно говоря, не знаю, надо пойти посмотреть. Думаю, мы удивимся, и это нас порадует. И напоминаю, что нам надо 10 косарей насобирать, как вы помните. 10 гребаных, мать его, косарей, чтобы открыть лабораторию. Лаборатория нам нужна, потому что это позволит нам открывать различные вещички. Давайте мы кликнем по вот этим штучкам, чтобы они нам пособирали все. Все. Так, ну, собираем. Денюшка нам пригодится. Это очень замечательно. Я рад, что у меня немного, на самом деле, вот этих вот слаймов. Оп, еще похавали. Хорошо. Рад, что у меня не особо много этих слаймов, потому что если бы у нас было их чересчур много, мне кажется, мне бы не было куда девать вот эти вот наши плорты. А так у меня с этим все более-менее так сбалансировано. Так, ага, тут уже не хватает. Пойдем продадимся, потому что денежек не хватает. У меня куча морковки, я даже не знаю, куда мне эту морковку девать. Давайте морковку вот сюда зафигарим. Мне ее просто реально девать некуда. 76 морковки. О! О, клубничка. Так, а клубничка, если не ошибаюсь, у нас любимый фрукт наших ночников. Давай. Она еле-еле собирается, но тем не менее. Оп, давай. Да что ж такое? Вот фиг его заберешь. Давай. Вот, хорошо, замечательно. Так, знаете, ребятки, кушаем клубнику. А, две штучки еще осталось. Че он там один зависает? Так, пойдем продадимся, потому что денежек у нас что-то... точнее, плортиков у нас слишком дофига. Слишком много для того, чтобы они у нас были в таком количестве. Так, денежка уже почти 7 косарей. Нормально. Я думаю, мы накопим, не так уж и долго придется ждать. Накопим денежку и откроем себе лабораторию. Это реально нужно. Это очень сильно пригодится. Так, забираем. И вот это тоже забираем. Хорошо, все. Идем продавать. И мы счастливы и довольны жизнью, да? Надо будет посмотреть, есть ли еда у всех наших тут товарищей. У этих вроде бы нет еды, да? Нет, у этих есть. У этих... Я им накидал. Окей. Ладненько, ребят, пойдем мы тогда, значит, в джунгли. И нам, чтобы в джунгли дойти... Ладно, нам, чтобы в джунгли дойти, я думаю, так можно и добежать, да? Вот, пойдем в джунгли. Посмотрим, чук-чук. Морковку уже собирать не буду. Нет смысла вообще в собирании морковки никакого. Воу-воу-воу-воу-воу. Пока тули тут устраивают, ё-моё. Как-то не очень. Ладненько, погнали. Нам нужно в джунгли. И в джунглях мы найдем себе путь про... Подожди. А, не, вот джунгли там, я чуть не перепутал немножечко, смотри-ка, блин, путаешься, не знаю, очень сильно для меня, карта лично для меня, да, очень большая, мне кажется, реально слишком большая карта для меня, мне кажется, она тут не стоит того, чтобы ее, она тут была, ну, то есть, не было, я заговорился, вот, и надо было бы сделать карту, но почему-то ее тут нету, хотя реально это очень логично было бы создать карту в этой игре, она реально нужна. Ну, может быть, это я так пока что путаюсь, может, со временем буду ориентироваться здесь намного проще и легче, но кто знает, как это все пойдет у нас. Ладненько, нам нужно открыть здесь специальную дверку, которую мы не могли раньше открыть, потому что у нас ключа не было. Но мы накормили одного из больших слаймов, их называют, оказывается, гордо, я не знал. Уии, так, хорошо, и... Котики. И у нас дверь где-то здесь, если я не ошибаюсь, если я ничего не попутал. Господи. Ладно, нам сюда. И у нас дверь где-то... Вот дверь. Да, вот дверь, я ее уже отсюда вижу. Хорошо. Так, ребят, дверь. Музычка прикольная. Хорошая музычка. Ладненько, открываем дверь. И... Бинго! Па-бам! Мы открыли проход. Что это? Вау! Это руины?
Это какие-то руины, смотри, тут плорт типа вставленный. Тут надо плорты в них вставлять, смотри. Обалдеть. Офигеть, смотри, какие ворота огромные. И там плорты типа нужно вставлять в них или что? Или оно... А, оно вон типа светится, смотри, вон, видишь, розовый плорт стоит вот там, вон, да? Вставленный, и тут дверька засветилась. И так надо... Сколько тут получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть надо разных плортов притащить. Обалдеть. И какие тут надо? Так, летающие, хорошо, у нас есть. А это что такое? А это что такое? Слушай, прикинь. Я не знаю, еще одна дверь с ключом. Может тут типа проход какой-то? Но у нас ключа уже нету. У нас 7 косарей, нам еще 3 косаря надо насобирать. Слушай, офигенно все выглядит. Мне очень нравится, очень красиво. Руины просто зашибись. Так, могу ли я вот сюда? Так, хорошо. Что я хочу? Я вот туда хочу добраться. Но я туда вряд ли долечу. Я туда вряд ли долечу, да? Кстати, вот эта штука. Так. Давай, 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 давай. Не долетел. Ладно. Окей, нам нужны плорты. Нужно добывать плорты. Так, тут... Ага, и вот взрывной. Так, ну у нас почти все есть. Мне кажется, даже есть. Нам как минимум, смотри, надо взрывной. Летающий. Это 2. 3 каменный. 4 медовый. И еще 2 каких-то. Еще каких-то 2. Зеленый, наверное, радиоактивный где-то. Еще какой-то. Может, водяной? Может, водяной, кстати. Вот синий. Блин, ну давай домой. Давай домой. Кстати, синих я плортов-то приносил. Слаймов я приносил. Так что да. Так что они должны быть. Это здорово. Это просто офигенно. Все. Нам нужно 6 штучек. О, вот. А ну. А ну, кстати, кстати, кстати. Пока у нас есть такая возможность. А ну, 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 ну. Или, прикинь, их надо, если все одновременно принести. Я же никак не принесу. У меня в 4 слота. А ну-ка. Во. Ты слышал? Посмотрели, прикольно было. Так, есть. Прикол. Так, все, уже 5 надо, уже 5, видишь, как хорошо. Уже 5, нормуль, нормуль. Сейчас мы, короче, эти двери откроем. В этой серии будем заниматься этим. Открывать эти двери огромные. А тут больше у меня ничего нету. Курочку вот эту я заберу, точно. Она мне пригодится, и это такая же мне. Она тоже пригодится. Там взрывные слаймы. О, клубничка. Клубничка пригодится. Это что? Вы какать не хотите? Никто из вас не? Ну вот этого может быть надо. Я не знаю, вряд ли. Вряд ли, конечно, но возьмем. А у вас нет... О, клубничку я заберу. У вас нету ночного ночничка? Нет, ни у кого нету. Ладно, дома, я думаю, добудем. Так что... Ой, птенчики. Давай птенчиков заберем домой. Пригодятся дом. О, началось. Так, все. Больше нету. Нормально. То. Да все, все, чего боитесь-то? Все ж хорошо. Так, я могу ли... Я не долечу? Подожди, а как мне домой вернуться? Так, давай, восстанавливайся. Восстанавливайся. Во, нормально. Слушай, а как мне отсюда выбраться? Мне портал надо теперь искать? Серьезно? Не, может, туда и можно быть, ну? Давай, оп, хорошо. Вот, тут мостик, да, какой-то? Смотри, тут мостик какой-то. Так, мостик там, штучка вкусненькая. Ага, и вот выход, да? Да, такой обходик, прикольно, прикольно сделано. Забавненько. Так, ладненько, отправляемся домой, собираем все плорты, что нам нужно добыть. Слушай, здорово, не ожидал. Это очень интересный вид геймплея, когда ты, знаешь, уже сидишь и думаешь, наверное, больше ничего не будет, наверное, просто это уже однотипно будет игра, ничего тебя не удивит, и тут оказывается еще какие-то руины. Это здорово, это реально здорово. Так, это портал, это, по идее, нас домой принесет. Нет? Подожди, я куда? А, да, да. О, кстати, кстати, блин. Там водяные просто наверняка уже дали свои плоды, водяные. Вот, смотри, водяные как классно дали плоды. Так, 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 а денежка есть, может...
Может, что-то посадить, типа, или сделать просто так, я не знаю. Водяные ж ничего не едят, у них нет, у них вода, еда, еда, вода, точнее. Тут можно было бы еще что-то посадить. Но мне пока ничего не надо, потому я не садить ничего не буду в доках. Блин. Наверное, вот это выбросим нафиг. Одну. Так, иди сюда. Так, у меня три этих, ага, водяных. Лужа плорт, это хорошо. Лужа плорт, это вкусно, это сытно. И у нас тут одна морковочка в основном растет, к сожалению. А, тут очень хорошо, но тут... Не, не, ладно, вернемся. А, посбрасываем цыпочек. Наверное, вот этих две вот сюда закинем. Нормуль. Так, собираем. Ух, ёк-макарёк, жахают меня. Так, давай мы вот это сюда закинем. Тин-тин-тин-тин-тин. Хорошо. Вот это мы закидываем сюда. Хорошо. Так, продаем. Продаем две, одну оставляем. Сколько они, кстати, водяные? Водяные 56, да? Вот, одну оставляем. Окей, так, смотрим. Ну, по одной, наверное, собираем. Нам нужно... Медовая? Да, медовая. Вот, одна медовая. Взрывная у нас есть. Каменистая. Вот я не помню, то ли каменистая, то ли алмазная там. Ну, давай, наверное, для начала, как минимум, радиоактивную и каменистую возьмем. Вот, каменистую. Одну. Одну. Одну, спасибо. И радиоактивную. Или вы не... Может, им есть нечего? Им, наверное, есть нечего. Им, наверное, есть нечего, блин. А, ладно, ночничок. Ночничок, пойдешь со мной. Вот, ночничок, пойдешь со мной. А, давай-ка я... Что они едят, кстати, вот эти вот... У нас радиоактивные, и тут есть овощи, овощи. Но они йока-йока вроде любят, да? У нас тут каменистые. И так, слаймы, и вот радиоактивные, это ока-ока. Ока-ока, пойдем соберем. Пойдем соберем ока-ока. Мы одну, наверное, выбросим сейчас. И ока-ока всю соберем. Покормим их. Так, вот это ж ока-ока. Да, это ока-ока, хорошо. У нас там еще ока-ока есть. О! Вкусные штуки. Так, а тут ничего не выросло. Ока-ока, давайте одну посадим. Пригодится ока-ока. Так, так. Вот это сбросим здесь, наверное. А это пособираем. Да не морковку мне собирай, господи. Вот эту штуку. Как это называется? Мятная манго. Мятная манго любят эти светлячки. Мятная манго вроде любит светлячки. Но это, как говорится, не точно. Не точно. Давай мы это все проверим. Давай, так, мятная манго, светлячки ли? Нет, клубня. Подожди, а кто мятная манго любит? Нет, чудо-лук. Нет, кукареки. Каменная курица. Сердце свекла. Подожди, а кто? Нет. Ларго слайм. Это ларго слаймы, дикие варги. Это понятно. А кто любил мятные? Кто-то любил мятные. Чудо-лук. Мятная манго, медовый, во, медовый, вот эти, вот, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, так. Вам мятный манго, а вам ока-ока. Нормулька, ща мы всех покормим, все у нас будет замечательно. Давайте мне. Давай мы соберем это все потом. Ладно, все, пошли попробуем закинуть две, потом мне еще придется вернуться за одной, к сожалению. Ну, как ни крути, это надо. Это надо, давай. Собираем вот это. И тут еще один был камень. И он где-то делся. Вот он. Хорошо. По одной штучке сейчас пособираем. Так, по идее, это меня перенесет туда, куда мне надо. Да, да. О, хорошо, слушай, это очень удобно. Это очень удобно. Пойдем. Поскидываем. Слушай, блин, я прям в вожделении. Что ж там такое за дверью? Блин, это круто. Может, там что-то классное? Халява, халява. Заодно денежка у нас как бы растет. Нам все равно еще, как минимум, в этой серии у нас не получится лабораторию открыть. В следующей серии, возможно, у нас уже получится лабораторию открыть. Но это, как говорится, не точно. Хотя мы уже 2,5 косаря, как, ну, около 2,5 косарей позаработали. Нам осталось еще 2700, 2600 где-то примерно, да. Это не так уж много. Так что, я думаю, заработаем. Заработаем вообще, куда мы денемся. Так, понеслась. Ой, ну почему, почему... Ну почему? Ну почему? Вот ты сейчас исчезнешь. Ну почему? Обида. Там вон курица, но я бы уже не успел.
почему, когда у меня нету еды, вот вообще никакой, когда я иду по каким-то делам, они всегда появляются. Всегда! А-а-а! Дикая обида. Ладно. Медовый. На, медовый. Хар. Прикольно. Так, вот этот. На. Еще три осталось. Окей, вот это камень. Камень. Так, хорошо. А где еще? Тут точно нету. Тут точно. Вон, это радиоактивный. Окей, радиоактивный мы нашли. У нас еще где-то два. Только где? Видит кто-нибудь? Я просто в душе не чаю, где они. Зеленый и... А, фиолетовый какой-то, подожди. Или это синий, я даже не знаю. Подожди, мне казалось, что я где-то находил лужа слайм. Не? Так, это зеленый. А, вон, смотри, какой-то. Вон там сверху. А, не хватило силы у меня, да. Кончилось. Давай, давай, энергия, восстанавливайся. Вон там какой-то. Это кто? А это... Это просто кот? Да, лужа слайм исчез. Подожди, значит, нам надо кот обычный, да? И радиоактивный. Пошли, пошли, я понял, все. Я думал... Блин, а почему я подумал, что надо вода... А, потому что там синенькое светилось, которое мы и так уже сделали. Ладно, ладно, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Так, мне осталось радиоактивный и кот. По всей видимости, кот. Я, честно говоря, не ожидал, что там кот нужен будет. Так, вот если я соберу, почему бы и нет. Лишние деньга не лишние, как говорится, да? Давай, 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 давай. Эх, не хватило силы. Ждем. Ждем, потому что силы не хватило. Так, там у нас, я помню, еще один ларго стоит. Большой такой, его накормить надо. Но я не помню чем, так что будем кормить, чем придется. Что найдем, как говорится, для него, то и тем мы будем кормить. Так, хорошо. Блин, что ж там такое за этой дверью? Мне уже, ух, как интересно. Так, тут не буду рисковать, то еще упаду. Хотя я так быстрее дома окажусь. Но целые сутки пройдут, не хочется сутки терять. У нас так уже 16-й день, да? И бум. Так, нормально. Сейчас мы домой быстренько пригончим. Все у нас будет чики-пуковно. Все классно. Блин, реально интересно. Быстрее бы домой. Быстрее бы. Так, собирать, собирать, собирать. Быстрее бы все это добыть. И узнать, что ж там такое-то. Что ж там такое. Так, есть, есть. Есть. Так, вот это пособираем, наверное. Морковочку, блин, морковку надо вообще повыбрасывать, ее пособирать надо, но чтобы она не росла, типа. Так, морковку выбросим. Да слишком много морковки, очень много морковки, она прям дико растет. Так, так, так. Тут что-то, о, тут выросло уже. Так, а нам не надо, что я собрал, вот это мне не надо. Вот это пособирай. Око-око еще покормим. Быстро растет, реально очень быстро растет. Это очень круто. Так, тут растет, там растет. Все хорошо. Око-око подаем каменистым. Каменистым вроде у вас око-око, да? Да, у вас... Нет, у вас чудо-лук. У вас чудо-лук. Мы вам чудо-лук поскидываем. Так. Блин, я уж подумал, куда делись. А око-око, это, кажется, вот как раз-таки вот этим, да? Да. Кушайте, кушайте на здоровье. Ох, у них жрачки у них, ух. Невообразимо много. Так, вот это тоже ешьте. Собираем. Так, давайте продадимся, пока у нас есть такая возможность, пока мы здесь. Много, слушай, клортиков, это вкусно. Так, один. Один оставить, вот как раз, лежи здесь. Он никуда не пропадет. Один, я думаю, оставлю. Хорошо. Так, еще. Так, места не хватило. Окей, быстро-быстро продаемся. Уже повечерело, да? Нет? Нет еще. 16 часов. Окей. Так, продаемся. Быстро-быстро продаемся. Так. Хорошо. Так, один для всякого случая оставлю. Вдруг тот сейчас исчезнет. Лучше не рисковать, как говорится, да? Нам еще понадобится что? Нам еще понадобится... Иди сюда. Нам еще понадобится... Вот. Вот этот.
Да? С котиками, да. Вот, вот эти получается. Скорее всего, это они. Я не уверен, правда, честно. Но вроде бы это они. Но это не точно. Так, я вот эти еще не собирал почти что. Да? У нас тут много их. Халявных. Хорошо. Так, продаем. Так, каменистые точно нам не понадобятся. И вот эти нам тоже точно не понадобятся. Тут продаем. Один оставляем. И тут один оставляем. Все, хорошо. Угу. Хорошо. И вот эти собираем. Сколько у нас? У нас уже 9300, ребят. 9... Скоро почти 9400. Нормально. Слушай, а может вот эти хищные понадобятся плорты? Вот тут, знаешь, вопрос... Палка о двух концах, как говорится, да? Наверное, давайте оставим хотя бы один хищный. Потому что неизвестно, какие нам надо будет. Так, это продаем. Это почти все продаем. Один оставляем. Вот, один оставляем. И собираем. Вот это что такое у вас тут? Заберите. Выкинули, взяли его что-то. Так, медовые нам точно не понадобятся. Медовые можем продавать все. Все, ребят, идем открывать ворота. Момент X настал. Неизвестно, что за воротами-то будет. Ух. И мы можем, кстати, купить лабораторию. Если что, у нас будет еще и возможность купить лабораторию в этой серии. Классно, классно. Бабосиков накопили, это круто, это четенько, четенько. Так, погнали, погнали в лабораторию. Быстро, 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 быстро. Я не знаю, правда, какие мне понадобятся там именно плорты. Так что... И где он, благодарный слайм? Че ты мне вдруг внизу... О, смотри, как блестит. Где ты мне показал? Его сейчас тут нет. Тем более, у меня еды под него нету. Всегда надо таскать с собой курицу. Всегда. Хотя бы одну, но курочку. Желательно больше куриц с собой таскать, чтобы кормить. Потому что золотые, они всеядные, а вот эти котики, они чисто по курицам. Значит, можно просто с собой таскать курицу постоянно, и так можно халявку поиметь. Но, зная себя и мою удачу, всегда не вовремя. Всегда. Когда у меня нету. Вот опять, смотри. Вот. Второй раз за серию, ребят. Это заслуживает лайка вообще-то, да? Вообще-то. Второй раз за серию. У меня опять не было курицы с собой. Это круто. А может даже третий, потому что один раз нам показало, что он как бы есть, но мы так его и не это... Не нашли. Так, окей. Ты. На. И последний, ребят. Последний вот там, вон. Я не знаю, как нам... Его открыть, если честно. Я не знаю, какой он из них, из всех, да? Но сейчас будем смотреть. Так. И чё, ворота открыты? Ребят, как оно все светится ярко, да? Какое оно все красивое, офигенно. Пошли открывать. Чё происходит? Я думаю, что-то сломалось. Что происходит? Почему оно все такое загадочное? Что, в прошлое? Древние руины. Все, что потребуется рано или поздно, будет найдено, потеряно. И снова потеряно. Слаймики! А тут до сих пор слайм. Ух ты, это что? Активировать. Чё, это я сделал, да? Я не хотел. Вау. Вау. Офигенно. Это чего такое? Это невидимое дерево? Чего? Так, ух ты. Это очень здорово, ребят. Это очень круто. Но я редиска, и вы меня знаете. Мы пойдем в руины в следующей серии. Нормальные будем Мне дико интересно, что же там происходит, но в следующей серии. Огромнейшее всем вам спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик впервые на канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, до скорого. Пока. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire, and he keeps waking up, but it's not to the sound of birds, the tyranny, the violent streets.
deprived of all that we're blessed with.